Несмотря на прогноз погоды, лето никто не отменял, и подготовка к нему идет полным ходом. Улицы города приобретают новый наряд, то тут, то там появляются новые деревья и кустарники. Так что зеленым город делаем вместе и коммунальщики, и простые жители. Вместо старых тополиных пней пушистые ели. Высотой эти малышки не превышают метра, их возраст 10 лет. Деревья высаживают в землю не в хаотичном порядке, а в соответствии с дизайнерским проектом. По соседству с хвойными красавицами расположилась живая изгородь из кустарников сирени. Спланировали, что мы посадим 170 сосен, и 3500 у нас будет посаженцев кустарников. Посадить это еще полдела. Специалисты сразу же обрезают крону кустарников, придавая им нужную форму. А в начале июня очередь дойдет до цветов. ДК Ярославского, автовокзал, фермер. Возле биржи у нас клумба, у совы у нас клумба. Надеемся, что погода нам даст хороший результат, что они быстренько пойдут в рост, и будет все красиво. Сальвия, петунья, цинерария, ну все тоже, только разные рисунки. Меньше месяца осталось до празднования двойного праздника Дня России и Дня города. К этому времени Ленинск-Кузнецкий расцветет в самых ярких красках и станет еще красивее. Анна Ашуркова, Павел Желтиков, Ленинск ТВ.